Здравствуйте, наши дорогие подписчики, друзья. Вот и подошли мы к нашему оригинальному судоку. Все, что было до этого, это было просто тренировочные занятия. Теперь мы пришли вот действительно к той самой версии, которая очень полезна для детей и расширяет их кругозор и логику. В чем суть судоку? То, что тут пазл делится уже на 4 секции. Каждая секция разукрашена разными цветами. Зеленый, тут у меня красный, оранжевый и синий. Да. И нужно собирать теперь недостающие цифры. Надо собирать не только по линиям и столбцам, как было в предыдущий раз, но и по секциям. Внутри каждой секции надо тоже отдельно собирать. Нужно сказать, что очень полезное занятие и расширяет мышление детей, развивает мышление детей. Недаром японцы считаются одной из самых умных наций в мире. Поэтому очень советую вам давать детям такие задачки. И в следующем видео мы рассмотрим с сыном, как надо решать такое судоку. И подписывайтесь на наш канал.